игроки Broke Boys, руководители и действующие игроки, насколько я понимаю, Саша и Дима. Как настроено матч, как приехали? Никто не пил, кроме президента. Игроки готовились. Мы должны сегодня победить. Даже я не ел. Даже мясо не ел. Вообще не ел. Ни мяса, ничего не ел. Но мы сегодня Спарту съедим зато. Да. Настрой такой. Сразу чувствуется вот такой московский настрой. Тут до этого Спарта стояла. Мы должны встретить, дружелюбно показать. Да, мы дружелюбно их съедим. Дружелюбно съедят, хорошо. Вот уже пошел трэш-токинг. А мы на что-то играем с ними? Ну, играем на выход. А что принято в Казахстане играть? В Москве постоянно играют все на деньги. Нет, если вы заключите между собой спор, как это делали Fight Nights, условно, и команда Уткина, без проблем. Но это уже ваши моменты. На что будем играть? На ужин в рестике, не? Да, поддерживаю. Ну вот как раз таки мясо не ели, можно будет мясо покушать. Да, да. А эмоции есть от столицы? Были ли уже в Астане? И симку ходил покупать впервые... в центр. А как эмоции от того, что можно без VPN сидеть в Инстаграме и в ТикТоке? Кайфуете с этого? Я наемник, мне Инстаграм не нужен, я не блогер. А вы... VPN не мешает, он у меня автоматически включен, я вообще разницы не вижу. Саша, правильно понимаю, получается, наемник, профессиональный футболист, мини или большой? Большой, я очень большой, и большой футбол я играю. А где поиграть успели уже? Везде. Ну, если... Да. Зенит Астана. Здорово. А, прогноз на матч? 7-0. Победа. Победа 7-0. Победа 7-0. Громкие слова. Посмотрим, получится их подкрепить на деле или нет. Несем, потом сливаем. Но в этот раз будет не так. Ну все, удачи вам, Саш. Дим, удачи.